Всем привет! В общем, мы тут заселили родителей, нам так понравилась квартира, что я подумала, может быть, заснять вам такой быстрый очень обзор там для тех, кто, в принципе, приедет в Тбилиси, потому что здесь очень классная локация, и вид из окна невероятный, причем здесь, по-моему, балкона 3 даже. В общем, очень просторная квартира, сейчас покажу. В общем, это, как говорится, входная группа. Здесь такой очень большой вместительный шкаф. Ну, вообще такая современная квартира в клевом доме. Ходим дальше. Это я, здравствуйте. Здесь, соответственно, у нас зал. Причем мне очень понравилось, что тут такая как бы перегородка, и это можно считать кабинетом. Я обычно, когда медитирую, сижу на стуле, и здесь как раз можно вот так вот немножко private space найти, посидеть, помедитировать, отдохнуть или там поработать, в общем, все что угодно. И вот такая вот кухня. Тоже все очень мило. Мне просто нравится, что здесь действительно очень уютно и светло. И еще я обожаю такие холодильники. В общем, очень крутой, вместительный. Я бы сама себе такой хотела. Но больше всего мне понравилось то, что тут есть кладовая, в которой даже есть два вида блендера. В общем, красота. В общем, понятное дело, все необходимое. Тут и посудомойка. Что там? Да, стаканчики, бла-бла-бла. Кстати, тоже клевый. И вот этот большой балкон. Вот балкон. Тут, кстати, даже сгорать можно, и стулья, как у нас. И вот такой здесь вид. По-моему, очаровательно и очень-очень уютно. Ходим дальше. Здесь просто туалет. Чем хорошо, с раковиной. Дальше ванная. Причем я обожаю тоже, когда в ванной есть окно. Вот такая вот. В общем, видно, все такое свежее, современное, симпатичное. Соответственно, спальня, ну, это как мастер-бедрум, видимо, идет, со своим таким мини-гардеробом. Это сама кровать. Такая вот комната. И балкон номер 2. Здесь вид вообще потрясающий. Как тебя открыть? Вот, посмотрите. Да, кстати, вот, мне кажется, кто-то, может быть, слышал, Ваки Хиллз. Это, в принципе, по-моему, один и тот же комплекс, ну, так грубо говоря. И вот такой вид. Мне прям вид нравится даже больше, чем у нас. В общем, повторюсь, кто будет в Тбилиси, очень-очень рекомендую. Я, наверное, напишу просто в описании под этим видео, сколько стоит квартира в сутки. Тут еще очень милый хозяин. Место расположения до Ваки Парка ехать на машине, наверное, минут 5. В общем, я рада, что родители рады. Я совсем забыла сказать, что здесь есть еще одна комната, просто родителям она не сильно понадобится. Это как детская. В общем, такой тут шкаф. Сейчас я переверну экран. Здесь еще карта даже. В общем, вот тут карта мира. Стол. Маленькая кровать. Тоже, наверное, такой довольно большой шкаф. Прикольно. В общем, сами понимаете. Очень-очень, да, и такие шторки. Бесконечные. И опять вид. И, кстати, еще немаловажный плюс для Грузии, это то, что здесь очень тихо, тут нет проезжей части, вот повсюду как бы природа. Вот так. И подъезд тут, кстати, тоже, подъезд, в смысле подъезжать, тоже очень приятно, такая тихая территория, и всегда классно, когда есть магазин еще. Thank you.
Мы с родителями приехали в Тбилисское водохранилище, и здесь невероятно красиво, очень рекомендую. И все говорят, что здесь вода тоже гораздо чище, чем в Батуми, допустим, в море. Я сейчас так ручкой немножко потрогала, вода прям теплая-теплая, она прозрачная, все видно. В общем, тут очень прикольно. Сразу попрошу не обращать внимания на черноту, красноту моего лица. Это называется, мы вчера с родителями ездили в этот клуб, как раз я про него уже успела немножко рассказать. И обычно я ведь загораю с утра, когда очень мягкое солнце. Тут мы приехали на разведку в 11 утра. И, в общем, теперь я мажусь... Кстати, вот мой лайфхак, я уже его вроде показывала, что я беру какой-нибудь свой самый питательный крем для тела, довольно много выливаю также в ладошку натурального кокосового масла, все это вместе перемешиваю, потом уже как бы наношу на все тело, и действительно неплохо помогает. На лицо я не мажу, пользуюсь мицеллярной водой, и она тоже очень хорошо увлажняет кожу. В общем, к чему я это все. Хотела сказать, что, кстати, правда, очень приятное место. Оно называется Тбилиси Си Клаб. Место, конечно, не особо современное, оно старое, но там очень такие симпатичные бассейны. Самое главное — это то, что там есть выход к воде, а вода очень чистая. Я там прыгала с этих вышек, мне было довольно весело, и, в общем... В общем, довольно хорошо съездить, освежиться, то, что надо. Там еще есть какой-то местный ресторанчик, в котором, ну, наверное, не самые лучшие напитки, потому что когда ты там заказываешь кофе, тебе просто делают растворимый в стаканчике, но... Ну, ничего страшного. Вообще, я хотела просто с вами поделиться какими-то своими мини-открытиями за последние недели. В прошлом видео я выставляла тренировку, и после нее я каталась на роллере, ролике. Не знаю, как его там правильно называть. В общем, это вот такая штука для VR-тренировок, если я тоже правильно это называю. В общем, мне просто, грубо говоря, его одолжили. Он стоял, я никак его не использовала. И тут мне стало интересно, как вообще, что с этим делать. Я была в таком восторге. Просто я сама по себе человек, который обожает массаж. Вот, серьезно, мне кажется, если составить топ вещей, которые доставляют мне невероятное удовольствие, то массаж там будет на первом месте. А это как раз помогает сделать массаж самому. Вообще, я потом смотрела на Озоне, что эти ролики бывают разные. Здесь вот эти выступы, они довольно сильные, и из-за этого болевые ощущения, соответственно, тоже будут более ярко проявлены. Поэтому, если бы я покупала себе, то, наверное, взяла бы немножко понежнее эту поверхность, чтобы мне было не так больно. Я его использую только вот на заднюю поверхность бедра, немножко на руки, там на переднюю поверхность бедра тоже. И после этого я чувствую очень такую сильную легкость в ногах. В общем, это очень приятно, особенно когда ты с утра так быстро размялась. Я трачу на это где-то 5 минут, и потом такой прилив сил. И мне кажется, для девушек это тоже такая, может быть, актуальная тема, если там вы хотите поддерживать тонус задней поверхности бедра, чтобы там не было каких-то дряблостей и так далее, то это, наверное, тоже будет очень классно помогать тонизировать, делать кожу более упругой и все в этом духе. Поэтому мне очень понравилось. Не знаю, почему я раньше об этом не слышала, но это просто гениально. И плюс это помогает проработать разные там блоки, триггерные точки на теле, потому что вы, ну, понятное дело, проходитесь по ним, это может доставлять болевые ощущения у всех по-разному, в зависимости от того, кто насколько зажат.
В общем, повторюсь, для меня это прям открытие. И еще хотела сказать одну вещь. Те, кто, наверное, тоже давно смотрят мои видео, давно я веду свой блог, целых полгода, кстати, уже, я там делилась, что у меня есть проблема, это сутулость. В принципе, это довольно распространенная проблема, как мне кажется. И раньше я пыталась ее как-то побороть. Ну, то есть, если ты сутулишься, то либо у тебя... Я не профессионал, это просто... первые догадки, либо у человека, допустим, незакачанная спина, и она ему не позволяет, ну, в общем, мышцы спины не держат тело, или там, допустим, зажатая грудная клетка, зажатые плечи, и вот все в этом духе. И раньше я просто как бы поднимала руки наверх и пыталась растянуть плечи. Думала, мне это поможет. Но результата как такового не было. И тут на днях я начала делать какое-то упражнение, в котором нужно руки тянуть вот примерно в таком положении. Я поняла, что мне больно, и то, что у меня как раз получается зажата вот эта область. И, в общем, я начала сейчас просто, ну, подхожу к двери, опираюсь просто об этот разъем и вытягиваюсь. И я уже не сутулюсь несколько дней. Правда, очень сильно разжимается эта часть. Была приятно удивлена. Поэтому, может быть, кто тоже с сутулостью как-то борется, не знает, откуда это, то можете попробовать. Может быть, вам тоже это пригодится. Но это упражнение, мне кажется, может сделать абсолютно каждый у себя дома. И я тоже это делаю просто пару минут с утра, что времени особо не занимает. В общем, это все, что я сейчас хотела сказать, наверное. Ой, пойду заниматься всякими делами. Еще скоро снова приедут родители. Мы все еще, кстати, решаем, поедем в Батуми или нет. Это, к слову, о ретроградном Меркурии. Я очень смеялась. Поэтому, скорее всего, мы не поедем. Но посмотрим, как оно будет. В общем, до новых встреч. Если что, заранее извиняюсь за невероятные звуки смеха. У меня там мама сидит. Не знаю, слышно или нет. Она у меня очень, да, жизнелюбивый человек. В общем, съездила сейчас в торговый центр. Вместе с мамой ездили. Ей было интересно посмотреть, что там есть. И заодно я купила немножко таких осенних вещей. Несмотря на то, что у нас плюс 30, скоро обещают плюс 23, это можно считать уже очень холодно. Вот, в общем, не буду медлить. Я зашла в Зару, мне кажется, это, в принципе, единственный магазин из масс-маркета, который мне прям нравится. И там, где качественные вещи. Потому что нравится что-то в Страдивариусе, но там начинаешь разглядывать вещи чуть лучше, и там повсюду торчат нитки, или где-то что-то надорвано, в общем, какая-то там у них беда вечная происходит. Соответственно... В Заре я нашла вот такой вот прикольный свитер, не знаю, джемпер, свитер. В общем, он укороченный, очень симпатично выглядит, такое горлышко на молнии. Мне он очень понравился, такой уютный, хорошо показал, такой уютный. И он прикольно бы, кстати, смотрелся и с какой-нибудь телесной длинной юбкой, и с джинсами, и с... лосинами, поэтому очень многофункциональная вещь. Я, в принципе, когда что-то себе покупаю, всегда в голове стараюсь сразу собрать хотя бы 4 образа, как бы я могла эту вещь сочетать с другими своего гардероба, и тогда я уже ее покупаю. Как у меня все базовое, почти все всегда подходит. Потом была еще вот такая белая кофта.
была еще вот такая вот белая тоже классная кофта, она очень уютная, она немножко похожа на, ну да, это похоже на бомбер, только у нее материал прям как у кофты, очень мягкая, уютная, и, в общем, она, в принципе, похожа на что-то спортивное, и при этом и нарядно, в принципе, она тоже выглядит, в общем, тоже прикольно, и тоже можно совсем подряд носить. И я очень люблю джинсовки, поэтому нашла вот такую, и цвет, кстати, классный. В общем, такая тоже оверсайз, клевая джинсовка. Это какой-то оливковый цвет, наверное, серо-оливковый. В Традивариусе я все-таки купила одну вещь, мне там понравились штаны. Изначально я хотела купить себе телесные, но, как я уже сказала ранее, в Традивариусе очень часто бывают всякие надорванные вещи, где торчат нитки, поэтому телесные покупать не стала, но купила себе черные. Такие штаны, они тоже очень мягкие, очень комфортные, очень уютные. В них можно как гулять с собакой, так они, в принципе, и нарядно тоже будут выглядеть, смотря с чем надеть. И они широкие снизу, регулируются здесь тоже. В общем, мне очень понравились. В общем, купила я себе пару вещей для осеннего сезона. В общем, такой получился шопинг. А еще у меня собака себя ведет как городская сумасшедшая. Так, иди сюда. Я ей дала вот такую косточку, и там внутри говяжий рубец. И теперь она... Просто посмотрите на это лицо. Кому ее не отдает, вот она теперь вырывается. Иди, иди. И она не понимает, что ее надо грызть. В общем, думаю, на этом влог мы будем потихоньку заканчивать. Спасибо вам огромное за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.